Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас вы услышите очень важную информацию от профессора Исаева. А кто это такой сейчас текстом увидите? Так вот интервью относительно мощнейших антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, которые в конечном счете защищают нас от онкологии. А также о его уникальных изобретениях относительно здоровья беременных женщин. И по сути речь пойдет о здоровье всего народа. Все ссылки на доп-информацию будут под этим видео. Приятного просмотра! Для того, чтобы сделать это антиоксидантные возможности, мы использовали набор различных антиоксидантов. Ну, 4 основных антиоксиданта, которые дополнили еще селен. Вот это 5 компонентов, которые составляют основу ЛАТВА, практически чем отличается? Вот каждый компонент, который входит вот в этот продукт, обладает определенной активностью. Ну, скажем, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, фосфолипиды, витамин Е и антиоксидант селен, который в композиции получилось, значит, каждый компонент выполняет свою функцию, но при этом он обладает способностью усиливать функцию и другого компонента. Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность ЛАТВА, то она оказалась в 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов, из которых сформировались вот эти антиоксиданты. И, конечно, вот эти эффективности все больше была и проявлена при исследованиях. И мы, по сути, понимаем, что у нас появилась возможность иметь продукт, который антиоксидантность которого настолько велика, что на каком-то этапе ко мне обратились Игорь Яковлевич Конь, это академик Института питания, он отвечал за здоровье беременных женщин. А к ним обратились в Центр гинекологии, акушерства и перинатологии, что у них болеют беременные женщины во втором триместре. И у них появилась болезнь под названием гистозы. И вот Игорь Яковлевич Конь пригласил Людмилу Евгеньевну, профессора Мурашко, с тем, чтобы она объяснила мне, что произошло у них, и какую помощь они хотят получить от науки. И когда я услышал, что такое гистоза, это отечность, гипертония и протеинурия, 3 болезни, связанные в одном организме беременной женщины, то есть в первом триместре у них не было этой болезни, а в втором триместре вдруг появилась, а чем она чревата? Она чревата выкидышем. То есть это печальным завершением беременности. И вот понадобилась помощь им. Я тогда сказал, мне важно, делали вы там хроматограммы жирно-кислотного состава, если делали в первом триместре, то принесите на каждую женщину эту хроматограмму и принесите, что во втором триместре произошло, какие изменения. И тогда мы разработаем рекомендации. Мы рекомендацию разработали практически на длинноцепочные жирные кислоты, вот то, что в эйконоле есть, в доканоле есть. Им порекомендовали по 2-3 грамма в день, в зависимости от массы тела. В течение месяца попринимать. И контролировали уже показатели, уровень докозагексаеновой кислоты. Что получилось? В первом триместре уровень докозагексаеновой кислоты в плазме крови этих беременных женщин был на уровне 3,5%, а во втором триместре он снизился до 2,4%. И стало понятно, что барьер возможного или необходимого содержания докозагексаеновой кислоты был преодолен. И надо снова восстановить его. Когда мы подняли до 3,5% снова уровень докозагексаеновой кислоты за счет введения в режим питания этих беременных женщин вот этих капсульных форм докозагексаеновой кислоты, все вошло. Поэтому, когда я слышу о каких-то рекомендациях для женщины, для детей, для беременных, ну, понятно, что становится. Потому что для женщин мы, скажем, устранили вот это нарушение уровня докозагексаеновой кислоты за один месяц, а на детях пришлось поддерживающие дозы продолжать до рождения крепких детишек. Все беременные женщины родили крепких детишек, и этот результат зафиксирован. Я вам оставлю ссылки, очень важные, во-первых, на эти все препараты профессора Исаева,
Под каждым препаратом, если подробнее там открыть информацию, под каждым, есть папочки, и в том числе там есть программы, они будут добавляться периодически по тем или иным проблемам. Но почитайте информацию про каждый препарат профессора Исаева. Их всего 10. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще 2 минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте natgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт natgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл 2-й интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.